Всем доброе утро, ребята! Привет всем! Как у вас настроение? Как вы себя чувствуете? У меня шея уже более-менее прошла. Чувствую себя великолепно. Погода вообще шикарная. Особенно в таких местах находиться. Да, я вам сейчас покажу вообще просто шикардос. Такого вы еще никогда не видели в своей жизни. А если и видели, то только во сне. О, смотрите, какая собака. Просто великолепный пес. Чтоб вы понимали, этот пес вчера съел килограмма два шашлыка. Ну, костей. Ну, и мясо, конечно, давали ему. Сегодня мы его покатаем на катамаране. Будешь кататься? Будешь? Вот. И поплывем туда, на реку Мухаец. Погнали. Мопсик, пошли со мной. Великолепно, просто великолепная атмосфера, где ты можешь душой и телом погрузиться в природу. Вчера ночью вообще не было ничего видно, как бы да толком ничего и не заснял. А сейчас, чтобы на мосту не провалиться. Ты вот так вот сел на лавочку и сиди. Я вообще считаю то, что почаще нужно выбираться в такие места, отдыхать, потому что работа настолько заколебывает, дом, повседневная эта жизнь. Вы просто устаете от этого. А тут просто ты отдыхаешь. И не нужно брать никакого алкоголя. Зачем? Просто душой отдыхаю в этих местах и все. Как тебя Яша зовут? Я не помню. Вроде Яша. Все ест и ест. Никак не наестся. Еще всю ночь, когда вот спишь, мешают мухи. Под утро это вообще ужас. Просто со всех сторон тебе на голову, на тело лезут, ползают, мешают тебе спать. Это так раздражает. Мухи — это вообще капец. Комаров как бы только вот, в принципе, на улице застал, когда сидели в беседке, и они мешали нам. Но в доме мухи — это жесть.
не пускайте домой мух, они мешают жить. А так в целом вообще красота просто. Жарили шашлычок, кушали, отдыхали, наслаждались природой. Сюда на самом деле нужно ехать большой компанией, чтобы было весело. Если ты хочешь отдохнуть душой и телом, тогда здесь одному само то будет. Подумать над чем-то, поразмышлять, вот так вот посидеть. А компании было бы, конечно, весело. Сегодня уже воскресенье, сегодня будем выезжать уже отсюда, пробыли и так 2 дня, я думаю, этого будет достаточно, но погода радовала, все 2 дня погода радовала, было солнышко, было тепло, я уже зарос, бороду надо сбривать, хотя думал с собой взять триммер, а так, в принципе, отдых мне очень понравился. Ни капельки не жалею, что сюда приехал. Особенно большое спасибо человеку, который посоветовал это место. Я, ты понял, человек, про кого я говорю. Вот такие у нас вида. Я вот все не могу без этой лавочки. Она мне очень нравится. Она меня постоянно сюда привлекает. Ну разве это не супер?